Я не очень понимаю, как насмешка над священнослужителем, какое это имеет отношение к оскорблению чувств верующих. Вот. А, вообще говоря, в нашей истории все это уже было, и даже не в советское время, а в середине 19 века. Хрестоматийный пример, да, из сказки Пушкина о попе и работнике его балде, уже вымарывались куски, значит, где поп выглядел идиотом. Вот сейчас мы к этому семимильными шагами идем. Я отношусь к этому с юмором, на самом деле. Мне кажется, что вот это вот увлечение сейчас чувствами верующих, ну, оно пройдет. Людям просто надо наиграться в него. Пусть они играются. Главное, чтобы в тюрьму никого не сажали.